Жигитер, смотрите сюда. В газете «Енбекши Казак» вышла статья нашего друга Сакена. Казахтарды казах этып атайык, кателекти түзөйк. Он смог на страницах печати поднять актуальную проблему в интересах нации. Ведь на самом деле, до кой поры казахов будут называть кыргызами, киргизами? Статью прочитал и я. Много важного говорится в ней. Требовать историческое название нации – смелый шаг, конечно. Поэтому я поддерживаю мнение нашего друга Сакена. Пока официальный язык не станет казахским, то дело не пойдет в гору. Это тоже слова Сейфуллина. Сондықтан Сакен қай уақытта да жөн айтады. Посмотрите, ко дню рождения Аяна я купила белую скатерть. Ведь красиво же! Белый дастархан – это замечательно. Это говорит о добрых и чистых помыслах. Все правильно. Очень красиво. Товарищ Сейфуллин, следуйте за нами. За что? Пройдемте в отделение. У нас есть к вам вопросы. Что случилось, Сакен? Собирайтесь, пройдемте с нами. Гульбахрам, не переживай, я ни в чем не виноват. Время расставит все на свои места. Сакен, мы ни в чем не виноваты. Нас еще оправдают. Читай. Все, что здесь написано, чистое вранье. Это не соответствует моим показаниям. Ваши обвинения беспочвенны и надуманны. Стало понятно твое мнение. Ты против коммунистической партии? У меня больше нет времени с тобой нянчиться. Забери его. Читай.
Чудовищная тирания сталинского режима обрушилась на весь советский народ. В течение 1937 и 1938 годов в Казахстане было осуждено 118 тысяч человек. Из них 25 тысяч были расстреляны. Эти годы называют как страшное время гонений и преследований. Невзгоды и тяготы жертв сталинского террора никогда не будут забыты. Абайдың інілер ай, Қазақтың ірілер ай, Сәкен, Ілияс, Бейімбет. Абайдың інілер ай, Қазақтың ірілер Ильяс Бейімбет.